Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Мокрошка, Крошка, как всегда, очень много подписчиков, в карте у нас школа Балди, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, которую мы обещали, какой из цепи настоящий. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны уже должны были слиться, их даже никак не видно, даже если оружием буду подсвечивать. Это мне человек. Сильно мочишь. Это был человек? Нет, это был не человек. Вот человек идет, я вот прям вижу. Так, так, так. Музычку запускают эти чилипиздрики. Музыкальные. Ну-ка на тебе. Так, 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 ты? Тут надо, ребята, еще угадать. В голову, да, целимся? Сейчас главное одного на... А, вот, настоящий игрок! Есть, убил! Кого я убил? Меня. Двоих, что ли? Да. Ребята, это дабл килл. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, смотри, смотри, что делает. Вот, вот, вернее, по-любому настоящий человек, потому что как-то очень странно ходит. Еще разок. Отлично! Это был NPC-шка. Так, Серега, а где ты вообще ходишь? Не знаю. Короче, а ты кот или собака? Я не буду выдавать. Я не знаю, я котопёс какой-то. Пацаны, давайте тоже вселяйтесь, я буду дальше угадывать. А когда уже останется, не будет NPC-шек, куда вселяться, будете вместе со мной искать. Я думаю, так будет прикольнее, чтобы было интереснее мне поиграть. Вот смотрите, он или он? Остановился, по-любому игрок. А ну-ка. Не убил. Вот-вот, смотрите, ходя вдвоем. Трутся. Мы с Тамарой ходим парой. Трусик Тамара. Убил, убил. Но это тоже... Ах ты говно, все на картофаны. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Пацаны, это не вы были. Вот, вот игрок, смотрите. Не надо, что ты? Ах ты хитрый! Ладно, ребята, смотрите, пусть бежит, я же все равно прицелюсь и отсюда. Не попал? Ах ты хитрый, иди сюда! А что ты за угла выглядываешь? Он так прикольно руками делает. Сейчас, сейчас, я прицелюсь. Есть! Попал? Отлично, ребята, у него очень большой радиус оружия. Давай, вселяйся дальше, я хочу, чтобы вы меня потроллили. Хорошо. Так, Серега, обратно. А что ты такой? Это не ты, ты бы сразу начал бы бегать и убегать. Отлично. Убил тебя, да? Нормально. Я умею сливаться, короче. А сейчас NPC-шек в итоге не останется, вам не будет куда сливаться. Вот тут двое трутся. Только раз меня прошел. А я сейчас тебя убью. Я даже не внутри. Я просто гасю всех, они лежат дальше здесь, на карте. Спокойно ходить. Вот смотрите, это игрок? Да, это игрок. Эй, ты чё? Ты чё так резко побежал? Потому что мы спалили. Аж музыку стал играть, да? Я тебя за это буду доказывать. Ну это я знаю, что это NPC-шка, я его просто делаю, чтобы не было куда вселяться. О, пацаны, давайте сделайте так, что вы можете меня мочить. Да, да, так ладно. Да, давайте. Я сейчас убью. С радостью. Эй, эй. Все на Димаса. Давайте, делают. Давайте, новое, короче, в новшество. Вот тебе. Ха-ха, доказал. Ну чё, давай, кто на меня? Я на тебя. Ой, ой, нет, здесь я, короче, очень в большой опасности. Кто на улице бегает? Я. Отлично. Тут кот бегает. Так, так, так. Пацаны. О, я вижу, сколько движ, надо гасить их. Нет. Вот так вот. Что ты бьешь? Я, чтоб вам не было куда вселяться. Надо меня быстро почистить. Вы ж меня можете убить. Даже а я был. Я знаю, но я буду мочить всех. Хорошо. Так. Меня не бей. Я тебе ухожу. Я даже по музыке знаю, что вы где-то приближаетесь. Но я не отчаиваюсь. А, вы же можете вообще быстро прыгать. Я на улице, чтобы вам было интереснее идея. Он на площадке. Вы можете прыгать на здание и по зданию сразу меня найти через крышу. Конечно.
Вот так вот. Даю вам сигнальную ракету. Вот кто-то внутри бежал. За кота. Вижу, иди сюда. Отлично. Ко мне никто не подойдет, я никого не подпущу. А, Серега, я тебя вижу. Выходи. Я еще до сих пор живой. Это вскоре я научился. Отлично, там труп разлетается и разлетается. Как будто он живое. На детской площадке, походу, ребят. А я вас не подпущу. Я нашел. Меня еще никто ни разу не смог убить. Мы бежим. Я тебя мог убить. Ну ты не смог убить. Я вижу, там кто-то летит в воздухе. А, по мне попал говнюк. Эй, меня кто-то дамажит. Никто тебя не бьет, не я. Эй, ты как-то читери. Ну это не честно, мы слишком медленно дамажим. Что? Троих. Три был килл, вообще четко. Подловил вас. Вы чё, больше не мавкова вселяться вам? Нет, полным-полно еще. Мочите меня со всей силой. Горки очень много. Вы хотя бы ударили Димаса один раз или нет? Нет, да, у меня 10 хп всего. Один раз меня ударить и все. А я кого-то нашел. А кто это вот, это вот? Где Димас, ребята, где Димас? Отлично. Я в помещении. Вижу вас, пацаны, гашу. Гаси. Не тех. О, сидит, отдыхает. Надь. Ой, просрала монетка. Слышу звук этих телепиздриков. Идет. Это настоящий игрок или нет? Не знаю. Где? Они подкрадаются ко мне с разных сторон. Очень медленный, поэтому у меня колоссальнейшее преимущество. Трупов столько. Ага. Я Димаса вообще не вижу. Куда Димас спрятал? Он в столовой на улице. На тебе. Ты, ну ты. Ха-ха, классно. В головешку. Все, нету, пацаны, куда вселяться? Есть, полным-полно. То что я их так... А, я ж поставил 42 штуки. 56 даже. Лично нечего застревать здесь. Вот еще один ходит, застрявший. Потерпевший. А ну парты можно раскидать? Вот говно, монета заедает. Так, парты. А, мы ж удалили все пропы на карте. Че? Это псов, терки были. Димас? Где? Блин, я дернулся, отвечай, испугал меня. Ты говно, это ты меня убил? Дерьмо, отвечай, ты красава. На тебе за это. Я его буду убивать NPC тогда быстро очень. Мочите его, наших братьев убивает. О, знаешь, у нас в следующей серии мы можем скачать бензопилу. О. Это весело будет. Просрала монета. Есть, мочите, Сережка. Класс. Гоняем. Мочите, я живой еще. Я вы из двух сторон, что ли, нападаете? А стоп, а это не ты? А, это не ты. Это Розес. Я думал, это Димас, блин. Да, где Димас? Тут какая-то собака сейчас. Где Димас, ребята? Я всех убил? Нет. Еще жив. Еще будем жить. Я жду тебя, Серега, возле горки. Задней части карты. А, в сумке, я спалил. Я тебя понял. А, так давай, иди сюда. Я бегу. Ой, я вижу. Вон он, Серега. Давай. Что ты мне сделаешь? Что? А так это не Серега, это я. А что ты мне? А ты мне ничего не сделаешь. Ты меня не сможешь достать. Ну, давай проверим. Ну да. Я аж игру свернул. Ах ты говно. Ну все, пацаны, я выиграл. Не всех, еще есть один. Ну как выиграл? Ты меня же... Я победил. Я пока посмотрел, сколько я записывал. Ах ты читер. Я буду мстить. Да блин. Вот так вот, пацаны. Ну, кто еще? Вижу. Получи-ка монеткой в голову. О, сколько тут трупейшенов. Они, кстати, не исчезают. Мас, ты где, красавец мой? А ты где? Я и ищу тебя. А ты за этого челепизника играешь? Да, за зубастика. А, зубастика. Колобастика. Я, короче, иду. Куда идешь? Большой секрет.
Тебе бычок. Меня бычок. Я, короче, опять жду там в том же месте на горке. Все. А я буду сейчас проход чекать и сразу тебя замочу, когда ты выйдешь. Я видел его. Прыгать, я буду прыгать. Так я бы хотя бы тебя уже убил бы, почему тут прыгать? Я Серегу вижу, как он прыгает. Опа, музычку начинает играть. Что ты мне сделаешь? Это не настоящий. А, это настоящий. Мочи Диму! Мочи Диму! Так это не честно, это не ты убил, о! Убил. Целился в собаку. Так, я, Серега, иду по твою душу. Ой, не то нажал. Где ты, Серега? Не понял. У меня тут мочи, снеговик. Во! Вынес. Найс! И это то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!